15 городов России, сотни участников и новый статус теннисной столицы. Новосибирск встречает Сибирский открытый кубок 2015. Это крупнейший турнир по теннису, состоящий из нескольких соревнований. Арина Крисанова уже трижды победитель кубка. Девушка рассказывает, что особого рецепта победы не существует. Важно быть максимально внимательным. Конечно, легче играть с девочками моего возраста. Вот, потому что когда ты играешь с бизнесменами, там ты в основном все берешь на себя. Вот. Но веселее, конечно, с старшими. Турнир такого уровня не только большой праздник спорта, но и возможность продемонстрировать способности на корте. По мнению тренеров, выдающимися теннисистами не рождаются, а становятся. Она и выигрывает достаточно много турниров различного уровня. То есть она играет летом в Германии турниры, там различного, скажем, рейтинга и в Германии, и в России турниры такого плана, как Сибирский округ, Уральский округ, она достаточно уверенно играет в этом уровне, на уровне турниров второй категории ЛТТ. И очень важно воспитание на начальном этапе, как вот ребенка маленького. Если он попал в хорошую руку, он в хорошей семье воспитывался. Потом из него хорошо, с ним легко работать. В этом плане мне вдвойне повезло, во-первых, ребенок из очень хорошей семьи, этот ребенок пришел ко мне от очень хорошего тренера. Сибирский открытый кубок включил в себя турнир среди детей 9-10 лет, первенство среди юношей и девушек до 19, а также VIP-турнир в мужском парном разряде среди представителей власти и бизнеса. По словам организаторов, именно сибирский корт ежегодно становится важной ступенькой в спортивной и профессиональной карьере многих юных теннисистов. Каждый такой турнир собирается много десятков детей, юношей из десятка другого городов. То есть, поэтому каждый такой турнир – это большое еще и организационное мероприятие, организационное событие. Финальные игры VIP-турнира и церемония награждения победителей состоятся в конце марта.